отражаются от преграды и звуковые волны. Чтобы доказать это, проделаем опыт. Пусть источником звука служит громкоговоритель, приемником звука — микрофон. Микрофон соединен со специальным прибором, позволяющим регистрировать звук. Если звук не попадает в микрофон, то стрелка прибора отклоняется. Если же звук в микрофон попадает, то стрелка отклоняется, причем отклонение стрелки тем больше, чем громче звук. Поставим громкоговоритель и микрофон на расстояние 1 метр под некоторым углом друг к другу. Включим источник звука. Стрелка прибора не отклонится. Если на пути звуковой волны поставить экран, то при некотором его положении прибор покажет, что звук попадает в микрофон. Проведем линии, указывающие направление распространения звука от источника к экрану и от экрана к приемнику. ОА – перпендикуляр к экрану, альфа – угол падения звуковой волны, бета – угол ее отражения. Опыты показывают, что угол отражения равен углу падения.